Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 1208, телефон 2007 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу у нас возьмем подзарядку для кабеля, чтобы переброшить телефон, для наушников и микрофон. Здесь у нас музыкальный динамик, тут для шнурка, сверху фонарик, тут тоже для шнурка. Вот здесь у нас логотип Nokia, сзади у нас тоже логотип Nokia. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Сим-карта вставляется довольно-таки очень просто. Вы просто открываете вот эту штуку, вставляете вот так карточку и закрываете вот так. Вот так очень просто вставляете сим-карту. Вот потом вставляете батарею и все, зафиксируете все задней крышечкой. Да, вот задняя крышка треснута, она где-то, телефон, наверное, где-то ударился, по-моему, вон, вижу разбит дисплей в нем. Но телефон включается, работает. Никаких проблем в нем. Да, ребят, вот, кстати, мне вот один Виталик, он там писал мне пароль для разблокировки Nokia 1208. Я попробовал, ничего не получается. Так, ну все, вот телефон мне... Я загрузился. Так, первое у нас сообщение. Новые сообщения, принятые, переданные, черновики, чат, графические сообщения, списки, рассылки, запрещенные сообщения, удалить сообщения, счетчик сообщений, настройки сообщений, редактор команд. Выходим. Контакты найти, добавить контакт, удалить, скопировать, настройки, быстрый набор, фильтрация номеров. Выходим. Звонки не приняты, вызовы принятые, вызовы набранные номера, очистить списки вызовов, длительность вызова, счетчик сообщений, выходим. Настройки сигналов, даже посмотрим, какие там мелодии. Вот телефон вибрирует, даже вот при мелодии. Но это правильно, телефоны всегда должны вибрировать. Вибромотор же не просто так добавлен. Он для того, чтобы мелодия с вибрацией работала. Так, настройки сигнала, настройки дисплея, режимы, настройки часов, настройки вызов, настройки телефона, настройки стоимости, настройки аксессуаров, настройки защиты, функции правой клавиши выбора, восстановить стандартные настройки. Выходим, будильник, время сигнала, мелодия сигнала, сигнал по дням. Выходим, памятки, добавить новую, показать все, календарь, удалить сигнал. Выходим. Игры Nettle Park, Rapid Roll, Snake Xenia. Настройки. Выходим. Дополнительные функции. Калькулятор, конвертер, таймер, календарь, секундомер, синтезатор мелодий, фонарик. Демонстрация. Так, это у нас все. Да, выходим. Live меню. Украинский, русский, English. Выходим. Ну и все, вот такой был обзор на телефон Nokia 1208. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии. Ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзора завтра. Сниму обзор на Nokia 1200.